Году. Отгадай, кто это? Привет! Маленький. У меня есть фонарь. Желтый. И превосходный турбодвигатель. Живет под водой. А вода здесь холодная. Как? Ты еще не знаешь про Олли? Ух, привет, Олли. Вот это да, здорово. Теперь он приплыл к нам. Плывем через арку. Олли, вперед. Ныряй с Олли на канале «Карусель». Внимание, внимание! Примерное поведение в особом понимании. Не мыть руки перед едой. Клубника! Не спать всю ночь напролет. Проснись, ты пропустишь всю сказку. Кричать громче всех. Спасите! Воображать изо всех сил. Я принцесса Тэп. И прыгать без остановки с утра до вечера. Что это за жуткий беспорядок? Вести себя как свинка можно только ей. Нельзя делать вот так. Свинка Пеппа. Новые серии на канале «Карусель». Лучше всех построить штоп нужен Боб. Каску сдвинул он на лоб, этот Боб. Плотник он и землекоп, супер-боб. Никогда не скажет стоп, только Боб. Сегодня у нас важное задание. Боб-строитель. Премьера на канале «Карусель». Давайте начнем! Японские зверята встречают друг друга, они говорят «Коничива», что означает «Приветики». Если японским зверятам нравится что-то, они говорят «Кавай», что означает «Прелестно». Если японские зверята умиляются чему-то, они говорят «Ня», что означает «Это прекраснее самого милого котенка». Если карусель показывает японский мультик, то это Моффи. Ня-а. Премьера на канале «Карусель». Живут люди и змеи. Здесь недавно родилась очень редкая змея. А она ядовита? Еще бы. То люди начинают ползать. Нам сейчас надо думать, как змея. Что вы делаете? Змеи разговаривать. Привет, Кайли. Похоже, не только у меня здесь острый язычок. Ух ты, вот это да. А гости получать сюрпризы. Просто великолепные пояса. Скай,
просто не пояса. Добро пожаловать в Барен-Барен Биби. Семейка из Барен-Барена. Я не хочу умирать. Я была в Париже всего 5 раз. Премьера. В этом месте точно есть что-то особенное. Да, это точно. На канале Карусель. Знаем, как изменить мир. Ведь дети – цветы нашей жизни, наша надежда, наше будущее. Как ответить на самые главные вопросы? Загадка не разгадана. Как стать выше? Детская новая волна. Сильнее. Может быть, он и прав, в общем-то. Находчивее. Верхняя строка и самый популярный ответ мы продолжаем с дворовыми детьми Игорь. Все лучшее самым главным зрителям. Чем больше будет таких подарков, тем больше шансов, что и в будущем мы будем жить в благополучии и в мире. ВГТРК детям. Псих, хочешь сахару, а?